Сахалинец предстанет перед судом за мошенничество. 22-летний житель Корсакова был курьером в схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Сначала неустановленные аферисты звонили потерпевшим. Запугивали их, требовали деньги за невозбуждение уголовного дела и на компенсацию пострадавшим. После такой обработки к сахалинцам приезжал фигурант. Он забирал наличные, а позже переводил деньги на счета, продиктованные куратором. По данным полиции, с 5 по 13 апреля этого года молодой человек поучаствовал в 5 таких эпизодах. Общий ущерб потерпевшим составил 1 миллион 640 тысяч рублей. Сам сахалинец заработал 1% от этой суммы. Расследование уголовного дела завершено. Жителю портового города грозит до 10 лет лишения свободы. Отмечу, что с этого года в судебной практике произошло изменение. Теперь служители Фемиды обязывают курьеров телефонных мошенников возмещать жертвам всю сумму похищенных денег.